Я приветствую всех землян. В эфире 13-я передача телевизионного канала NEFS TV. И я, его ведущий, Всеслав Соло. 13-я передача. Очень странное совпадение. Вообще в этой передаче очень много интересных фактов я постараюсь привести, которые можно констатировать как совпадение. То есть я хочу в этой передаче сразу наперед оговориться, что все, что здесь будет преподнесено зрителю, я не берусь утверждать как абсолютно подлинное, незыблемое и неотступно правильное. То есть это будут определенные цепочки, логические цепочки фактов, которые я имею в своей жизни. И факты эти связаны прежде всего с катастрофой Боинга 777 над украинской территорией в области Донецкой области. Так вот, ну прежде всего, конечно, я хочу в любом случае, чтобы там не писала пресса, всевозможные и фантазии, и правды, и неправды о этой катастрофе, я все-таки хочу выразить огромное сердечное соболезнование родственникам погибших. И надеюсь, что всемирное общество, все страны сплотятся для того, чтобы подобных катастроф больше не было. Но это вот я сказал как вот человек, который должен сказать. Да, это долг любого нормального здравомыслящего человека. Но мы с вами должны разобраться в фактуре. Дело в том, что это вообще-то вот моя первая передача на уровне новостной системы подачи. То есть это вот первая новостная передача телевизионного канала NEFS TV. В дальнейшем мы тоже планируем выпускать подобные передачи, где будут новости о каких-то других событиях, но не простые новости, а новости энергетические. Итак, энергетический взгляд на события с катастрофой Боинга 777-го. 17-го числа произошла эта катастрофа. Вначале маленькая предыстория. У меня так устроена жизнь необычно. Часто встречая какую-то запись там в книге, в журнале, в газете, в интернете, может, какая-то заметка. Или просто вот в речи, когда с кем-то разговариваю я. Часто встречаются такие моменты, когда душой я как бы переживаю, но это как бы хладнокровно все проходит и забывается. А потом, что я пережил, оно сбывается. Я называю это совпадениями. Чтобы вот не было с вашей стороны таких вот предвзятостей, что тут вот сидит король, там он запросто что-то материализует. Ну, ни в коем разе. Я не хочу выставлять себя и свою сущность в таком свете. Это предположение. То есть это будете считать пока, да, как совпадение. А уж что вы сделаете по выводу для себя, каждый из вас, зритель этой передачи, это уже будет ваше личное. Ну, не так давно я смотрю интернет, страницы в одной из социальных сетей, и вдруг натыкаюсь на заметку, где пишет, ну, либо откровенный враг, враг России имеется в виду, или же это отчаянный крик жителя там вот этих вот областей Донецкой, Луганской. То есть пишет человек, типа, что, ну, вот вы там проводите праздники Победы у себя на Красной площади, да, ну, на нас он так вот пишет свои заметки. Все это получается, что неправда, что вы на самом деле не любите, не цените жизнь, там, ну и так далее. Ну, короче говоря, как бы бочки наезжает на нас, да? Ну, я так понял, что либо это крик отчаяния, что вот там гибнут люди, а Россия как бы напрямую не вводит войска, не помогает, но это же все-таки право, вы понимаете, политиков, которые видят свысока, им все понятно, нужно вводить или нет. А человек снизу, когда видит, что его близкие гибнут, он, конечно, будет возмущаться. Или же это враг.
Ну, в любом случае, когда я заметку эту прочел, у меня сердце как-то, ну, душа, понимаете, потянулась, ну, как бы, знаете, осудила поведение России, да, немножко осудила, но внутри, потому что, ну, сами понимаете, я тоже проникся вот этим чувством, что гибнут люди, а помощи никакой, и вот я помню, вот у меня вот в душе вот такое вот произошло, я думаю, что почти у всех, кто смотрит подобные фотографии, там, заметки, видеосюжеты, когда видят трупы людей, у всех сжимается сердце, и на подсознании хотя бы, ну, проходит вот обвинение, что мы вот не можем помочь, понимаете, в этом плане. У меня тоже это выделилась энергия. Я еще подумал, думаю, очень большие совпадения, что именно Славянск бомбят, вот, и... А там как раз о Славянске было написано, и типа вот победы наши, имеется в виду праздники победы. У меня это проассоциировалось в сознании, я забыл об этом. А буквально там вот считанное время проходит, и вдруг огромная авария в метро. И именно ведь между Парком Победы и Славянским бульваром это произошло. Опять я выражаю огромное мое искреннее соболезнование всем семьям погибших, всем, кто получил увечья, надеюсь, их исправят. Там хирурги откликнулись бесплатно помочь. Просто молодцы. Собянин поможет. Я вот как человек очень искренне соболезную. Но проблема в том, что я сейчас рассказываю о вещах, которые происходят в моей жизни, как вот факты. И так постоянно у меня, вот я там что-то прочел, я там еще что-то увидел. Что произошло вот насчет Боинга? В этот день, 17 числа июля 2014 года, я как раз преподавал по интернету, вебинар вел по теме Венеры, Тернеры. И даже мы посмотрели на свастику, как на квадриполярный тернер. В эзотерике свастика называется квадриполярным тернером. И вот мы вот эти все три ипостаси изучали. То есть Венеры, реализация Венеров, то бишь тернеры, и, то есть материализации, да, суть материализации, и квадриполярный тернер свастики. Когда мы начали занятия, то у них там в Ужгороде дождь идет. Точнее, не идет, а только что прошел, как мне сказали они в начале занятия. Тут же смотрю, у нас тоже начинают сгущаться тучи в окно, я глянул, черным занесло все небо, и потом начался дождь. Я Велинию говорю, мы же ведем занятия, я ему по интернету говорю, у нас тоже начался дождь, а он говорит, ну, как будто вот небо одинаковое у нас, ну, как бы одно на два города, на... получается, на Подмосковье и на Ужгород в Украине. Хотя между нами расстояние огромное. Стало прохладно, плюс 18, было плюс 30, а потом вдруг 18. И мне так хорошо, комфортно стало, я даже стал подзамерзать немножко. После этого смотрю, не просто дождь, а дикий дождь идет, ветер, и началась молния. Вы знаете, она хлестала очень так громко, что, конечно, даже по интернету было слышно, Велинию там в Ужгороде как громыхало. И вдруг один из выстрелов вот так грохнул сильно. Вы знаете, во-первых, я испугался, что редко со мной происходит. А мне вообще бояться никогда нельзя. Если я чего-то боюсь, потом в мире, опять это факт, что-то обязательно происходит. Что-то да происходит. И вот недалеко от моего окна, у меня напротив окна на первом этаже живу, густая трава очень. И вот ощущение, что, знаете, торпеду пустили по скользкой мокрой траве, вот это проходит торпеда с огромной скоростью и ударяет прямо возле окна у меня. Такое впечатление, что здесь самолеты летают, говорю, и вот эти ракетно-бомбовые удары происходят. Ну, конечно, я пошутил, хотя очень было похоже на все это. Ну и все, как бы дождь перестал, прекратился, опять выглянуло солнышко, но... После занятий, когда они уже закончились, я полез в интернет опять посмотреть по привычке новости там и так далее. Вдруг вижу, что именно в то время, когда торпеда шла, именно в этот момент и появился Боинг, и он погиб. Что дальше произошло? А дальше произошло следующее. Велини мне пишет вечером, уже в ночь пишет. Это было под вечер, по-моему, 17:20 с Боингом по Москве, а он мне уже в ночь пишет. Кстати, вот посмотрите фотографию Велиния.
Вот это мой соученик из Ужгорода Велиний. В день падения Боинга 777, пишет Велиний, после вебинара с Всеславом Соло я проводил уборку в квартире до позднего вечера. После ее завершения я на мгновение приостановился у полки, на которой лежал мой телефон. И он вдруг зазвонил. Было уже около 23:00, то есть достаточно поздно. Девушка с акцентом не спеша говорила на украинском языке. Она сказала, что она представитель американского телевидения, и у нее ко мне вопрос, был ли я свидетелем падения Боинга 777. Я сказал, что нет. От места, где было падение самолета, я проживаю на расстоянии более чем 1000 километров. Но на самом деле ее вопрос энергетически, как пишет Велиний, прозвучал иначе. Так он понял, да? Знаю ли я, почему упал Боинг 777? И когда я понял настоящий смысл вопроса и то, что он не случайный, я просто положил трубку. Примечательно, что номер, с которого мне звонили, также заканчивался цифрами 777 и еще одна семерка, 4 семерки. Перепутать как-то или случайно мне перезвонить точно не могли, потому что везде, где я регистрировался в интернете, я указывал место проживания «Западная Украина». Я уверен, что опросы не делаются в 23 часа ночи и без знания расстояний между городами. После того, как я рассказал Всеславу Соло о ситуации со странным ночным звонком из Америки, я отправил им на американский номер СМС. Сразу, буквально через пару минут после отправки СМС, мне позвонили якобы по работе с украинского телефона, который также имел 4 семерки. То есть среди всех цифр подряд было 4 семерки также. Вот так совпадение, пишет Велиний. Конец цитаты. Велиний прислал фотографию этого номера. Вот фотография этого номера и число там написано, когда был звонок. А вот СМС, который отослал им Велиний, на который они не ответили. Но позвонили с украинского номера с 4 семерками. Получается так вот, что могли, конечно, прослушать и позвонить, и уточнить, там, ну и так далее, и тому подобное. Ну, ладно. Предположим, все это совпадение. Но потом на следующий день, когда я проснулся, я включил опять интернет, глянул, а там какие-то провокации, то ли я подумал, то ли это правда, что вот там Стрелков, который там главный военачальник в Донецкой и Луганской областях, говорит, что там с Боинга падали чуть ли не давно уже умершие люди, понимаете? Но я опять не берусь ничего утверждать. Я этого не видел, я только прочитал. Это вообще может быть липа какая-то. Но в любом случае, как бы получается, что Боинг появился вообще неведомо откуда и зачем и почему. И может даже рейса такого не было, понимаете? Потому что он как бы даже вымышленный, в сознании материализованный. Потому что самое интересное, что мне позвонил буквально в ночь на 21 число друг Володя, который делал звук для моего художественного фильма «Сказка любви 2010». Ну как делал? Я его собирал звук, а он его профессионально обработал. Умница. Руки просто золотые. И голова вообще просто Карл Маркс. Так вот, короче говоря, я уважаю этого человека. Он мне помог с фильмом, помог его распространить и так далее. Большое ему спасибо. Он мне позвонил без 20 час ночи. Мне интересно было с ним поговорить, пообщаться, мы давно не разговаривали. И он прежде всего начал интересоваться именно, почему вот и что произошло с Боингом. У меня сразу, конечно же, включились энергетические щупальца, я почувствовал, что здесь что-то не лады, что он звонит не просто так. Может быть, опять же, не он сам, а его заставили позвонить при помощи, может, каких-то приборов. Это опять я придумываю, честно говоря, за уши натягиваю. Опять, может быть, это совпадение, но он именно расспрашивал меня насчет Боинга. Насчет Боинга, а остальное как-то так, в смяточку, и уже где-то
в половине второго ночи, ближе к половине второго ночи, он уже начал намекать, что у тебя вот скоро закончится один час по МТС бесплатного времени. Ну, то есть намекать на то, что закруглять пора разговор. Я говорю, да-да, Володенька, а сам как бы продолжаю, интересно мне. И самое интересное, что где-то без 20, ну, около того, почти без 22 ночи разговор резко выключается. То есть прекращается. Я не стал уже перезванивать, пошел лег спать. Но утром, когда я включаю интернет, опять по привычке посмотреть на новости там и так далее, почитать, что в мире творится. И вдруг я вижу, что обращение к нации Владимира Владимировича Путина, президента нашей любимой России, да, вдруг произошло именно без 22 ночи. Смотрите, дело в том, что опять я ничего не придумываю. Откуда появился в моей жизни вот мой товарищ Володя? Опять, я его ни в чем не хочу подозревать. Он может вообще ни о чем не знать. В 2004 году, по-моему, так, если я не ошибаюсь, занимался некий Саша. Ну, не некий, вообще-то вот такой классный парень. Хороший, великолепный хозяин. У него свой ресторан на Покровке, на улице Покровской в Москве. Недалеко от Лубянки, и многие генералы оттуда, и чины, они справляют у него в подвальном там помещении ресторана, справляют многие праздники там и так далее. То есть он хорошо как бы их знает. Он у меня занимался, и как раз, по-моему, занимался в одной группе на первой ступени, где занималась мисс Селена Оксана Федорова. Если я не ошибаюсь, как раз они вместе занимались. Я у Саши спрашиваю, как раз мне на то время нужно было записи делать моих песен. Я говорю, слушай, не можешь мне помочь? У тебя, может, знакомые есть какие-то? У кого можно записать песни? Ну, хорошо, чтобы сделали такие вот профессионалы. Он говорит, я тебя познакомлю с человеком, вот запиши номер, он тебе все подскажет. Я позвонил этому человеку, а тот говорит, вам какой нужен специалист? Который недорого берет, среднее или дорого? Я говорю, который недорого берет. Я говорю, я не миллионер. Ну, хорошо, он мне дает вот этого Володю, с которым мы по сей день дружим. Однажды, я помню такую фразу, Саша мне, когда мы у него кушали за столиком в ресторане, я иногда заходил к нему, он очень гостеприимный человек, и кто не был в этом ресторане, итальянская таверна, по-моему, так он назывался, сейчас, может, по-другому, очень рекомендую сходить. Великолепная кухня и заботливый хозяин. Так вот, я сижу с ним, а он мне говорит, я что-то там грустил, какую-то ахинею нес, а он... Ну, ныл, короче говоря. А он мне говорит, Сеслав, ну, не грусти. Типа того, что потом увидишь, все изменится в один день. То есть как-то он очень это сказал так педально, что я понял, что он что-то как бы знает. Опять же, это моя догадка. Это может быть моя догадка, это может мое предположение. То есть я ничего не берусь утверждать. Это просто я называю факты. Получается, что вот... С Боингом очень много интересных вещей связано. Видите, какие предыстории. То есть, получается, и у меня не просто так, и у Велиния там в Ужгороде тоже все не так просто. В любом случае, я считаю, что надо, конечно, разобраться в этой катастрофе. И если она действительно реальная, и все там вот произошло вот это вот страшное, а все остальное нелепится и выдуманное, то надо обязательно выявить и наказать виновных, это мое мнение личное, и чтобы действительно правильно сказал Владимир Владимирович Путин в своем обращении к нации сегодняшней ночью, что не надо натягивать никому одеяло на себя. Все должны обязательно идти и следовать строго букве закона. Нельзя никого обвинять, пока что-то не доказано, понимаете? Тут я с Владимиром Владимировичем абсолютно прав. Единственное, что, конечно, я бы сказал, что ему нужно было все-таки вот в сегодняшнем обращении к нации как-то быть немножко, ну, что ли, понастойчивее. Как-то он очень, ну, где-то мне показалось, робко, что ли, говорил все это. То есть, Владимир Владимирович, не бойтесь ничего. Народ России за вас, с вами. Все будет нормально. Полный вперед. Главное, наше дело правое, и мы победим. Вот на такой ноте я хотел бы закончить эту передачу. Это, повторяюсь, первая новостная передача телевизионного канала NEVS TV. Мира и добра вам.
удачи и осознания себя. Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшие магии мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров, Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40 18.